Покровский храм – один из первых в Новосибирске, один из немногих сохранившихся с дореволюционного времени. В этом году приход отмечает 120-летие со дня основания. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы Преснодевы Марии митрополит Новосибирский Бердский Никодим совершил там божественную литургию. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы расположен в самом центре Новосибирска. Небольшой, он всегда заполнен верующими. В этом году Покровский храм со своей непростой историей и судьбой отмечает свое 120-летие. Примечательно, что здесь вот уже 17 лет проходят богослужения с переводом на язык жестов для людей неслышащих. Со всех районов Новосибирска приезжают люди с ограниченным слухом, чтобы помолиться и услышать Слово Божие. Престольный праздник храма, божественную литургию совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. В самых сложных, самых тяжелых ситуациях мы обращаемся к нашей небесной заступнице, и она покровительствует тем, кто с открытым сердцем и молитвой обращается к ней. Сердцу нашего человека важно чувствовать, что оно одно, что человек не забыт, и где бы он ни был, в каких бы обстоятельствах ни попал бы, над ним есть заступница, Матери Божия, которая во знаменование этого простирает над каждым своим чадом, над каждым верующим человеком покров свой. Земля русская претерпела множество и множество страданий. Будь это нашествия, будь это войны, будь это пожары, много и много скорбей перетерпели мы и в 20 веке. Когда случилось то, что даже и помыслить не могли, что даже представить себе не могли. Когда горели храмы, уничтожались люди, когда человек за веру свою был гоним самою властью. Но миновала и эта пора, и время благодатное вернулось, и храмы возрождаются. И свидетелем этого возрождения является храм в честь Покрова Божией Матери, в котором мы сегодня в престольный день и совершали праздничную божественную литургию. Мы сегодня прославляли Матерь Божию. Мы благодарили ее за небесное заступничество, помня о том, что все мы у креста были усыновлены ею. Господу помолимся,